Однажды перед одним мусульманским правителем один человек сказал: «Пусть Всевышний пошлет на наших врагов птиц Абабиль». Чтобы наши зрители поняли, птицы Абабиль – это птицы, про которых Всевышний Аллах упомянул в суре Филь, которые Аллах Субхану Тааля их послал из ада, чтобы они наказали то войско, которое хотело разрушить Каабу. И говорится здесь, что эти птицы, пусть, то есть этот человек говорит перед этим правителем, пусть эти птицы закидают камнями наших врагов. И этот правитель сказал: если эти птицы придут, они закидают нас, тех, которые ничего не делают. Эти птицы приходили, чтобы защищать дом Всевышнего Аллаха, а не людей, которые там живут. Чтобы мы понимали, почему мы все время ждем какое-то чудо, которое с нами произойдет. Человек сидит, ничего не хочет делать, но однако хочет осуждать и обсуждать тех, которые пытаются что-то сделать. Пока вы ничего не измените, или же минимум не начнете что-то менять в своей жизни, Всевышний вам не даст блага и благополучия, и успех. Не всегда успех заключается в ваших творениях, ваших делах, ваших стремлениях. Две вещи нужны, да, я понимаю. От Аллаха, субхана тааля, поддержка нужна, и еще нужны ваши стремления. Если я вижу, что вы, то есть кто-то стремится к чему-то, я помогу этому человеку. Зачем я буду помогать тому, который не стремится? Не пытается делать. Аллаху алям.